Всем привет! Наконец-то я накопил достаточно ресурсов для того, чтобы сделать эволюцию из Локи в Ватана. И сейчас мы эту эволюцию сделаем. Но, как и при любой эволюции, предварительно надо снять весь амуницию с Сильфа, также убрать из всех мероприятий Сильфа, эволюционировав это из экспедиции Сильфов, из арены, и также снять с героя его. Сейчас будем делать эволюцию. Для эволюции нам необходимо 5000 лунной пыли, 5000 лунных камней и 1000 знаков света тьмы. Также 50 миллионов золотых. Ну, сейчас мы проведем эволюцию. Так, у меня немножко не хватает золота. Сейчас я сделаю золото и сделаем эволюцию. Ну вот я сделал 50 миллионов золота, и сейчас мы сделаем эволюцию. Так, ставим локи и проводим эволюцию. И посмотрим, что же у нас изменилось. Так, вот у нас готов пацан. Получим сильф ватан и смотрим. Так, ну ватану уже как идут при любой эволюции уже высокий камень святого духа, начинается прокачка заново, также высокие саркофаги, навыки у нас не меняются, остаются те же, тут ничего не поменялось. Вот что нам надо для успешной эволюции. Тут все осталось у нас все то же самое, ничего не поменялось, только дальше можем теперь из прокачивать сильфа. Ну, на сегодня все. Всем спасибо, всем пока, до свидания.